В одно прекрасное утро хоронили коллежского асессора Кирилла Ивановича Вавилонова, умершего от двух болезней, столь распространенных в нашем Отечестве. От злой жены и алкоголизма. Когда погребальная процессия двинулась от церкви к кладбищу, то один из сослуживцев покойного, некто Поплавский, сел на извозчика и поскакал к своему приятелю Григорию Петровичу Запойке, человеку молодому, но уже достаточно популярному, не правда? Как известно, Запойкин обладает редким талантом произносить экспромтом свадебные, юбилейные и похоронные речи. Говорить он может когда угодно. С просонок, натощак, в мертвецки пьяном виде, в горячке. Речь его течет гладко и ровно, как вода из водосточной трубы. И обильно. Жалких слов в его ораторском словаре гораздо больше, чем в любом трактире тараканов. Фух. Я, братец, к тебе. Начал Поплавский, застав его дома. Всю же минуту, братец, одевайся и едем. Едем, едем. Понимаешь, умер один из наших. Мы, значит, его сейчас на тот свет отправляем. Надо будет на кладбище сказать, какую чепухой. Умри кто-нибудь из маленьких, мы бы не стали тебя беспокоить. А то ведь секретарь, канцелярский столб, некоторым образом, понимаешь, неловко такую шишку без речи хранить. Секретарь, зевнул Запойкин. Ты что, пьяница? Да, пьяница. Блин, и будут закуска. На извозчик получит. Его поедем в душе. Разведи там на могиле какую-нибудь мантифолию по цицеронисти. А уж какое спасибо получишь. Запойкин охотно согласился. Он взъерошил волосы, напустил на лицо меланхолию и вышел с Поплавским на улицу. Покойника несли медленно, так что приятели успели до кладбища еще раза три забежать в трактир и пропустить за упокой души по маленькой. На кладбище была обслужена лития. Теща, жена, свояченица, покорные обычаю, много плакали. Когда гроб опускали в могилу, жена даже крикнула: «Пустите меня к нему!» Но в могилу за мужем не пошла. Вероятно, вспомнив о пенсии. Дождавшись, когда все утихло, Запойкин выступил вперед, обвел всех глазами и начал. Верит ли глазам и слуху? Не страшен ли сон? Сей гроб, эти заплаканные лица, стоны, вопли. Увы, это не сон, и зрение не обманывает нас. Тот, который еще так недавно был столь юрски свежим, чистым, бодрым, тот, который еще так недавно на наших глазах, то есть, нес свой мед в общей улии государственного благоустройства, тот, который, этот самый, обратился теперь в прах, бесчисленный мираж. Неумолимая смерть наложила на него костнейшую руку, в то время как он, несмотря на свой согбенный возраст, был еще полон сил и лучезарных надежд. Незаменимый потеря. Кто нам, вам, нам заменит нам его? Хороших чиновников у нас много. Но Прокофий Осипович был единственный. Он был бескорыстен, неподкупен. Как презирал он тех, кто старался подкупить его, кто с соблазнительными благами жизни старался вовлечь его в измену своему общественному долгу. Преданный служебному долгу и добрым делам,
Прокофий Осипович не знал радости в жизни. Он даже отказался в счастье семейного бытия. Вам известно, что до последних дней своих он был холост. А кто нам заметит нам его как товарища? Как сейчас вижу его бритое, умилённое лицо. Как сейчас слышу его мягкий и нежно дружеский голос. Будь здоров, Прокофий. Мир праху твоему, покойный Осипыч, Прокофий Осипыч. Покойся, честный, благородный труженик. Запойкин продолжал, а слушатели стали шушукаться. Речь понравилась всем. Выжило несколько слов, но многое показалось ней странным. Во-первых, непонятно было, почему оратор называет покойного Прокофия Осиповичем, в то время как того звали Кирилл Иванович. Во-вторых, покойный всю жизнь воевал со своей законной женой. Стало быть, никак не мог называться холостым. В-третьих, у него была густая рыжая борода. Отродясь, он не брился. Поэтому совершенно непонятно было, почему оратор называет его лицо бритым. Слушали, недоумевали, приглядывались, пожимали плечами. Прокофий Осипович! Продолжал оратор, вдохновенно глядя в могилу. Твое лицо было некрасиво. Даже безобразно. Ты был угрюм и суров. Но все мы знали, что сквозь эту видимую оболочку бьется честное, истинно дружеское сердце. Скоро слушатели стали замечать нечто странное и в самом ораторе. Он уставился в одну точку, беспокойно задвигался и стал сам пожимать плечами. Наконец он умолк, разинул удивленный рот и обернулся по Плавскому. Плавский. Слушай, Плавский, он жив. Кто же? Он. Прокофий Осипович. Он стоит около памятника. Он и не умирал, умер Кирилл Иванович. Ты же мне сам сказал, что у вас секретарь был. И Кирилл Иванович был секретарь, ты чудак перепутал. Прокофий Осипович у нас прежде был секретарь, его 2 года перевели в другое отделение. Черт вас разберет. Ну чего ж ты остановился? Продолжай, не лопай. Запойкин обернулся к могиле, продолжал с прежним красноречием прерванную речь. У памятника действительно стоял Прокофий Осипович. Старый чиновник с бритой физиономией. Он глядел на оратора и сердито хмурился. Как это тебя угораздило? Смеялись чиновники, когда возвращались Запойкину вместе с кладбищем. Живого человека похоронила. Нехорошо, молодой человек, ворчал Прокофий Осипович. Ваша речь, может быть, годится для покойников, но в отношении живого она одна насмешка. Помилуйте, что вы говорили? Без корысти, не подкупит, взяток не берет. Про живого человека это можно сказать только в насмешку. И никто, сударь, не просил вас распространяться про мое лицо. Некрасив, безобразен, так тому и быть. Но зачем же мою физиономию на вид выставлять? Обидно-с. В одно прекрасное утро хоронили коллежского асессора Кирилла Ивановича Вавилонова, умершего от 2 болезней, столь распространенных в нашем Отечестве, от злой жены и алкоголизма. Когда погребальная процессия двинулась от церкви к кладбищу, то один из сослуживцев покойного, некто Поплавский,
сел на извозчика и поскакал к своему приятелю Григорию Петровичу Запойкину. Человеку молодому, но уже достаточно популярному. Как известно, Запойкин обладает редким талантом произносить экспромтом свадебные, юбилейные и похоронные речи. Говорить он может когда угодно. С просонок, натощак, в мертвецки пьяном виде, в горячке. Речь его течет гладко и ровно, как вода из водосточной трубы. И обильно. Жалких слов в его ораторском слове гораздо больше, чем в любом трактире тараканов. Я брошу тебя. Сию же минуту одевайся и едем. Умер один из наших. Но сейчас его на тот свет отправляем. Надо будет на кладбище сказать какую-нибудь чепуху ему. Он кто-нибудь из маленьких, мы не стали тебя беспокоить. То есть секретарь, понимаешь, канцелярский столбник в обзор. Неловко такую шишку без речи хранить. Секретарь? Это же пьяница, что ли? Да, пьяница. Блин, и вот закуска, на извозчика получше. Поедем, душа. Разведи там на могиле какую-нибудь мантифолию по цицеронисти, а какое спасибо получишь. Запойкин охотно согласился. Он взъерошил волосы, напустил на лицо меланхолию и вышел с Поповским на улицу. Знаю я вашего секретаря. Пройдоха и бести царствия небесной, таких мало. Но греш, нехорошо ругать покойника. Ну, конечно, а вот Мортус Нигель Бене, а все-таки он жулик. Приятели догнали похоронную процессию и присоединились к ней. Покойника несли медленно, так что до кладбища они успели раза три еще забежать в трактир и пропустить за упокой души по маленькой. На кладбище была отслужена лития. Теща, жена и свояченица, покорные обычаи, много плакали. Когда гроб опускали в могилу, жена даже крикнула: «Пустите меня к нему!» Но в могилу за мужем не пошла, вероятно, вспомнив о пенсии. Дождавшись, когда все утихло, Запойкин выставил вперед и начал. «Верить ли глазам и слуху? Не страшен ли сон? Сей гроб, эти заплаканные лица, стоны, вопли. Увы, это не сон, и зрение не обманывает нас. Тот, который так недавно был столь юнски свежим, чистым, бодрым, который так недавно на наших глазах нес свой мед, в общей улии государственного устройства. Тот, который, этот самый, обратился теперь в прах, вещественный мираж. Неумолимая смерть наложила на него коснеющую руку, в то время как он, несмотря на свой согбенный возраст, был еще полон сил и лучезарных надежд. Незаменимые потери. А то нам, заменит нам его. Хороших чиновников у нас много, но Прокофий Осипович был единственный. Он был бескорыстен, неподкупен. Как презирал он тех, кто старался подкупить его, кто соблазнительно благами жизни старался вовлечь его в измену своему общественному долгу. Преданный служебному долгу и добрым делам, Прокофий Осипович не знал радости жизни, он даже отказался в счастье семейного бытия. Вам известно, что до последних дней своих он был холост.
нам. Заменит нам его как товарища. Как сейчас вижу его бритое, умилённое лицо. Как сейчас слышу его мягкий и нежно-дружеский голос. Будь здоров! Мир праху твоему, покойный ой, Прокофий Осипович, покойся, честный, благородный труженик. Запойкин продолжал, а слушатели стали шушукаться. Речь понравилась всем, выжил несколько слез, но многое показалось не странным. Во-первых, непонятно было, почему оратор называет покойного Прокофьем Осиповичем, в то время как того звали Кирилл Иванович. Покойный всю жизнь воевал со своей законной женой, стало быть, никак не мог называться холостым. В-третьих, у него была густая рыжая борода, отразясь, он не брился. Поэтому совершенно непонятно было, почему оратор называет его лицо бритым. Слушатели недоумевали, переглядывались и пожимали плечами. Прокофий Осип, твое лицо было некрасиво, даже безобразно. Ты был угрюм и суров, но все мы знали, что сквозь эту, видимо, оболочку бьется честное, истинно дружеское сердце. Скоро слушатели стали замечать нечто странное в самом ораторе. Он уставился в одну точку и разинул рот. Поплавский, послушай, он жив. Кто же? Прокофий Осипович. Он стоит у памятника. Так он и не умирал. Умер Кирилл Иванович. Так ты же мне сам сказал, что секретарь помер. Так Кирилл Иванович был секретарь. Ты чудак перепутал. Прокофий Осипович прежде был секретарь. Его 2 года перевели в другое отделение. Черт вас разберет. Чего ж ты остались? Продолжай, неловко. Запойкин вернулся к могиле и продолжал с прежним красноречием прерванную речь. У памятника действительно стоял Прокофий Осипович, старый чиновник с бритой физиономией. Он глядел на оратора и сердито хмурился. Это как он тебя выразил? Живого человека похоронил? Нехорошо, милостивый государь. Ваша речь, может быть, годится для покойника, но в отношении живого она одна насмешка. Помилуйте, что вы говорили? Бескорыстен, неподкупен, взяток не берет. Про живого человека это можно сказать только в насмешку. И никто, сударь, не просил вас распространяться про мое лицо. Некрасив, безобразен, так тому и быть. Но зачем же мою физиономию на вид выставлять? Обидно-с.